А мы с удовольствием приглашаем на сцену человека, который редко бывает вообще здесь, в России, потому что в основном он учит португальцев петь по-португальски, вообще и играть босанову. Еще кого-нибудь учит еще каким-то разным замысловатым музыкальным штучкам, потому что он музыкант, виртуоз. Американцев он учит петь по-английски, как надо вообще, и джаз, и все прочее. Ну и к нам заезжает иногда, чтобы нас порадовать своим искусством. Великолепный, неповторимый Роман Ланкин. Столько про меня, про себя нового узнаешь. Спасибо, Галь. Добрый вечер. Я хочу вам рассказать одну небольшую историю. Зимой 1983 года под Севастополем в один из придорожных ресторанов, который называется «Солнышко», заехала веселая компания. В этой компании был Юриус Чвисбор. Он ехал в Севастополь на свой домашний концерт, который ему организовали любители авторской песни Севастополя. В этой же компании был Вениамин Смехов, его супруга и много других веселых людей. И в ресторане играл музыкант. Имя этого музыканта хорошо известно в Севастополе. Его зовут Сергей Погребняк. И его игра настолько впечатлила Юрия Висбора, что буквально на следующий день, как говорят сами севастопольцы, появилась песня, которую Юрий Висбор назвал «Одинокий гитарист». Одинокий гитарист в придорожном ресторане, тонкой свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме, море черное за ним. Прожекторной луне наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, истрадав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист добрым генделем на пару поднимают к небесам этот маленький трактир. И витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поможем.
Поверь, с этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой. Одинокий гитарист. Вот так вот музыканты могут пробуждать и вдохновлять. Но ведь авторская песня – это не только музыка, это еще и прекрасные слова. И следующая песня посвящена мастерам слова. Сам Булат Акуджава говорил об этой песне иронически, что это единственная песня, которая посвящена литературоведению. А история у этой песни такая – в 1975 году журнал «Литературная газета» объявил конкурс, не конкурс, а опросил писателей, простите, он провел опрос и попросил писателей написать небольшое эссе о том, как к ним приходит вдохновение. И потом эти эссе публиковались в «Литературной газете», а Булат Акуджава написал не эссе, а написал песню, которую он назвал «Я пишу исторический роман». Дело в том, что действительно в это время он писал исторический роман, который называется «Путешествие дилетантов». И вот такие размышления по поводу написания позволили родиться прекрасной песне «Я пишу исторический роман». Склянки темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела, гордо и неторопливо исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь сквозь туман от пролога к эпилогу. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке, путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручикам в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не
наше дело, для чего не нам судить. Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. Слышит, каждый слышит, как он дышит.